саду Гефсиманском молился Иисус. Он изливал пред Богом свою печаль и грусть, и пот, как капли крови, стекали по лицу. Когда Иисус за нас молился Богу и Отцу, это трудно, когда друг предает, когда толпа смеется и в лицо плюет, но силою твоею преодолею все, пусть будет человек оправдан и за людей свою жизнь отдаю.